А кто ваш кандидат? Опусти меня. Опусти, я хочу. Кто? Я сам хочу поднять. Еда, я сам Алексей. Хочу. Кисленко. И что будет? 500 рублей будет. Это, если я за него проголосую? Если вы, да, голос дадите, еще пока нету. А что так мало? Еще, видите, неизвестно. Ну, а побольше, если, то проголосую. Ну, побольше, видите, не знаю. Что, только 500 рублей и все? Да, но это же праймис, это же не выборы. Ну, ладно, я подумаю. Так у тебя паспорта, наверное, нет. Ну, здрасте. Ну, есть у тебя? Конечно. Паспорт? Бери паспорт и иди с сыном, будет тебе. Всем дают по 500, а тебе у меня что? Нет паспорта.